третье место. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые депутаты. Для всех нас, и для меня в том числе, сегодня особый, значимый, исторический и волнующий день. Как вы хорошо знаете, в соответствии с уставом Красноярского края и традициями, которые у нас сложились, первую сессию созывает губернатор Красноярского края, но ее официально и открывает, и ведет старейший по возрасту депутат.